Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Нидерланды начнут суд по делу сбитого на Украине малазийского MH17. В понедельник, 9 марта, суд в Нидерландах приступает к рассмотрению дела о крушении малазийского Боинг на территории Донбасса в июле 2014 года. Информацию передает РИА Новости. В качестве обвиняемых выступают три россиянина и один украинец. Источник сообщает, что они не будут присутствовать на заседании. Международная следственная группа придерживается мнения, что гражданский самолет был сбит ракетой, выпущенной ЗРК «Бук», который был доставлен в Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Министерство обороны России при этом заявляло, что ракета была выпущена из «Бука», но военнослужащими Украины. Оборонное ведомство утверждает, что ракета была изготовлена в Подмосковье, в Долгопрудном, в 1986 году и сразу отправлена украинской стороне. После этого данное вооружение в Россию не возвращалось. Предполагается, что данное судебное разбирательство может стать одним из самых масштабных в истории международной юстиции, не только по продолжительности, но и по вниманию. Судебный процесс будет проходить в юридическом комплексе Амстердамского аэропорта. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.